Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 20 на странице 49 в рабочей тетради по математике для второго класса автора Маром. В этом упражнении мы должны вставить пропущенные знаки «больше», «меньше» или «равно». 53 сравниваем и 35. 53 больше, чем 35. 47 и 74. 74 больше, чем 47. 1 сантиметр и 10 дециметров. В 10 дециметрах 100 сантиметров, а 1 меньше, чем 100. 1 метр и 10 дециметров. 1 метр равен 10 дециметров. 10 дециметров равно 10 дециметрам. 49 плюс 1 равно 50. 50 равно 50. 39 плюс 1 равно 40. 42 минус 1 равно 41. 40 меньше, чем 41. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.